Приветствую, друзья, на связи Артур. Сегодняшнее видео посвящено проекту Hamster Combat. Уже каждый слышал об этом хомяке, но не каждый сюда зашел и думает. Возникает вопрос, а не поздно ли сейчас заходить, именно в данный момент, в начале июня? Успеете ли вы заработать и сколько вы успеете заработать? Сегодня кратко, четко, без воды отвечу на ваши вопросы. Если максимально кратко, то нет, не поздно. Почему? Потому что листинг токена еще будет не скоро. У них на официальном сайте hamstercombat.io есть информация о дорожной карте, то есть как развивается проект, какие будут дальнейшие нововведения. Все это здесь расписано. И обращаю ваше внимание на такой пункт, как TGE, Token Generation Event. Ранее TGE стоял на май месяц, сейчас переставили на июль 2024 года. Вот я делал скрин на конец мая, и вот видим, TGE еще здесь писался. Сейчас же это мероприятие отодвинули, добавили новую лигу в самом хомяке. То есть максимально куда можно было дойти, это Grandmaster. Вот то, что у меня сейчас. Вверху нажимаем на эту полосочку, Grandmaster. Теперь добавили Lord. То есть дальше людям есть куда расти, куда развиваться. И вот это все потраченное время как раз таки пойдет на достижение данной лиги. Как только ее открыло, здесь было 32 человека. Сейчас уже побольше ребят сюда зашло, 76 показывается. И, соответственно, вот эти два основных пункта, то, что отодвинули дорожную карту, выпуск самого токена и добавили новую лигу, говорит о том, что будет еще не скоро. У нас есть время прокачать своего хомяка. Лично я в нем участвую меньше месяца. По-моему, 8 числа мая месяца я зашел. Сейчас достиг 1 миллион 19 тысяч монет в час доходности и на балансе 200 тысяч вот этих монеток. И для новичков сейчас есть огромный плюс, это то, что они могут со старта сильно бустануться за счет механик, которые они недавно внедрили, а именно комбо-карточки. Буквально в двух словах, что нужно делать? Мы переходим по ссылке в бота, нажимаем кнопочку «Играть в один клик», открывается у нас хомячок. Вот, спасибо бирже BingX за пассивный доход. И нам нужно просто тапать по экрану. Внизу у нас имеется энергия, один клик, вот зачисляют нам монетки. Видим, клик-клик-клик, хоп, вверху зачислились. Справа кнопочка Boost, мы можем прокачивать мультитап, это сколько будет списываться за один наш клик. И Energy Limit, сколько у нас будет запас энергии, у меня 9000, то есть пока нас нет, энергия будет восполняться. И потом заходим, ее скликиваем, получаем монетки. Но основное на то, что здесь упор, это Mine. И вот недавно добавили комбо карточки, нужно собрать 3 карты, каждый день эта комбинация меняется. 15 часов по Киеву МСК выходят новые комбо, и буквально через 3 минуты я выкладываю уже эту комбо карточку. Соответственно, вы максимально первыми можете ее себе купить. Подпишитесь на телегу, здесь куча разной информации о заработке в интернете, в том числе и о тапалках. Сделал вот список, где я участвую, где уже платят деньги, то есть не нужно ждать. Есть перспективные проекты, то есть разный список здесь имеется, рекомендую зайти посмотреть. Там чуть больше 10 проектов, они отобраны именно качественно. Сейчас этих тапалок, наверное, штук 50-100 уже имеется. Каждые проекты хотят собрать аудиторию за счет вот такой вот простой механики. Так вот, я говорил о старте новичку. Для вас очень круто будет начать с сбора комбо-карточек. Вы получите 5 миллионов монет. На секундочку, когда вы вот так оттапаете, вам нужно будет потратить там пару дней, чтобы натапать эти 5 миллионов. Это у меня так было. Сейчас же, собрав 3 карточки определенной комбинации, сразу 5 лямов получаете и можете очень сильно прокачать ваш майнинг. Вот соответствующий раздел называется майн, внизу вторая кнопочка. Вы когда переходите, здесь есть другие подвкладки: Markets, PR and Team, Legal и Special. Сразу же возникает вопрос, какие выгоднее всего качать. Друзья, как только вы начинаете, вам нужно будет вкачивать абсолютно все. И у вас будут карты закрыты. То есть будут там первые, там 3-4 открытые верхние. Дальше, чтобы нижние вот эти все открывались, вам нужно будет предыдущие вкачать до определенного уровня. Там до 4, до 8, до 10 и так далее. И тогда у вас будут открываться более выгодные карточки. Внизу самые выгодные. Есть в интернете куча таблиц, куча просчетов. Но я вам скажу самую простую схему, как определить, какую карточку качать. У вас есть какое-то определенное количество монет, вы смотрите на свой баланс, дальше переходите в карточки и вам нужно просчитать, какая из них просто быстрее окупается. За потраченные ваши средства вы должны получить просто больше вознаграждения. Давайте рассмотрим пример. Вот Fun Tokens нажимаем, у меня затраты 7 253 000 монеток, я получу доходность в час плюс 2620 монет.
Запомнили, 7 тратим лямов, 2,6 получаем. Допустим, заходим в Special, вот тон плюс хамстер канточка, 5,5 трачу, то есть больше, но получаю там сколько, в 3-4 раза больше доходности. Банально в калькуляторе вбиваете стоимость карточки и делите на ее доходность. И вы получаете 687 часов окупаемость. Делите, допустим, на 24 часа в сутках, это 28 дней у вас окупятся затраченные 5 миллионов монеток. То, что мы первую смотрели, у нас выходит окупаемость 2768 часов. Это в днях 115 дней. А предыдущая, на секундочку, 28 дней окупается. И вот таким вот образом вам нужно каждую карточку просматривать. Потому что нет какой-то определенной стратегии. С каждым уровнем стоимость карточки растет, она стает менее выгодна. И ваша задача каждый раз определять, какую карточку купить. Со временем у вас будет так, что у вас каждая карточка будет там прокачана, вот видим, как у меня, до 15 уровня, до 14, до 16 и так далее. Но в моменте некоторые карточки там в 2-3 раза больше приносят, либо же затраченные деньги приносят в 2-3 раза больше, чем там какая-то другая карточка. На данный момент самые выгодные карточки — это вот этот консенсус по затраченным деньгам и вот раздел Special, вот этот Тон Хамстер. Вот на моем уровне это самые прибыльные. Также бывают карточки, которые дают единоразово бонус. Вот как у меня здесь было. Поздравляем победителя, вы сделали отличное партнерство с BinKix. За это вам бонус 3,5 ляма. И так же самое новичку. Чтобы этот бонус было получить, вам нужно в раздел перейти Earn. И здесь у вас будет выбор биржи. Вот такое задание, как Telegram, YouTube. Так же самое выбрать биржу. У меня она показывается вверху справа. Выбирайте BinKix. Это самая первая биржа, которая заключила партнерство с этой игрой. И, возможно, там будет в самую первую очередь листинг. Кстати, за это задание вам начисляют 50 тысяч монет, и для старта это хороший буст. Также обязательно переходите в раздел Earn и подписывайтесь на вот эти все социальные сети. Тот же самый YouTube 50 тысяч монет дает. Кстати, эти хомяки побили всевозможные рекорды, там буквально за неделю сделали 10 лямов подписчиков в YouTube. То есть здесь аудитория неимоверно большая. Это будет очень сильный проект в дальнейшем, и на листинге это все не остановится. По выбору биржи многие выбирали другие. Скорее всего, это ни на что не будет влиять. На данный момент пока что ни на что не влияет, но я выбрал BinKix, потому что они первые запартнерились именно с этим проектом. Также спрашивают, как выводить токены, куда их выводить. Об этом всем будет также инструкция, в первую очередь у меня в Telegram-канале. Скорее всего, они сделают интеграцию с Telegram-кошельком, так как они объявили, что их монета будет на сети Тон. А Telegram как раз таки кошелек работает на этой сети. Также было в Notcoin. Собственно, где я заработал $330, вот тапая по экрану. А сейчас вот цена, смотрим, как выросла. Вот видим слева, когда я продавал. И сейчас цена поднималась до 3 центов за один токен. То есть я заработал 330, а сейчас бы мог заработать там долларов 1200-1300 на ровном месте без вложений. Похожая ситуация, я думаю, будет и с Hamster Combat. Они переплюнули по популярности Notcoin. Здесь уже более 60 миллионов пользователей, а в Notcoin было 35 лямов. У них самый популярный телеграм-канал, 24 ляма подписчиков на данный момент времени. И каждый день постоянно растет просто снежным комом. Чтобы вам еще быстрее стартануть, быстрее развиваться, нужно приглашать людей. Это делается очень легко. Записывайте видео на YouTube, перезаливаете другие, допустим, мои видео, и получаете партнеров. За это у вас будут открываться особенные карточки. Вот, допустим, как сейчас. Раздел Legal внизу, вот новая карточка, нужно было пригласить плюс одного человека. И она же есть, эта карточка в комбо. Видим, у меня две карточки, нужно открыть третью. Сейчас при вас открываю эту и получу комбо. Как раз таки 5 лямов монет. Вот забрать приз, хоп, получилось. Сделали вот такой таймер, нам нужно дожидаться определенного времени. Максимально будет 2 часа, чтобы прокачать на следующий уровень. И вот так вот ждем 15 секунд, и у нас показывается стоимость там 63 тысячи, доходность 3 тысячи токенов. То есть это очень выгодно на самом деле. И там одного партнера пригласить не так уж и сложно. Можно элементарно через буксы. Я вам накидаю ссылочек в описании. Там всякие буксы, где вы платите за задание. Там, допустим, рублей 30, 40, 50 за реферала. И вам с радостью зарегистрируется. Но это для кого платный вариант подходит, можно использовать. Ваша партнерская ссылочка находится вот по центру, Friends, нажимаем пригласить друга, и за то, что он зарегистрируется, он также получит 5000 токенов, как и вы, кто сейчас меня смотрит. Если у вас премиум аккаунт, то вы сразу получите 25 тысяч монет бонусом. Вот видим, у меня 132 партнера, и там максимально по 2 миллиона можно получить за приглашение. С каждым уровнем повышения мы будем получать
вознаграждение за нашего партнера. Каждый день не забываем заходить в раздел Earn, и вот ежедневная награда получать. И на 10-й день мы получим 5 миллионов, если мы будем каждый день именно заходить и нажать на кнопочку «Забрать награду». Это также сильно бустит новичков со старта. Не пропускайте это. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментариях, спрашивайте, я всем обязательно отвечу по возможности. Кстати, напишите, какая у вас сейчас доходность сейчас. У меня от 1 миллион 27 тысяч токенов, это примерно 17 тысяч токенов в минуту. Моя цель сейчас накопить 1 миллиард вот этих токенов, чтобы добраться до последней лиги. Я сейчас покупаю только новые карточки, их прокачиваю где-то уровня до 10, 11, 12, потому что дальше окупаемость там становится больше 30 дней, это достаточно долго ждать. А вот то, что все новое выходит, я все скуповываю, прокачиваю и остальное коплю, чтобы дойти до лорд лиги. Вот такая вот моя стратегия на данный момент времени. Изначально, как только я прошел регистрацию, копил где-то до 500 000, до 600 тысяч дохода в час и только потом уже начал двигаться по вот этим лигам. До этого копить особо смысла я не вижу, поэтому и вам рекомендую изначально догнать до 500 000 в сутки, потом дойти хотя бы там до мастера, грандмастера. И дальше также двигаться, постоянно держать токены и качать доходность в час. Спасибо, что смотрели, лайк, подписка и до скорых встреч и новых видео. Пока.